Еще одним из требований МВФ является и проведение пенсионной реформы в Украине. Ее детали пока не оглашают, но премьер Гройсман сегодня заявил, что Кабмин готов уже в ближайшее время презентовать эту реформу. Глава правительства надеется, что парламент сможет проголосовать ее до 15 июля, после чего с 1 октября могут повысить пенсии. Главная задача – сделать пенсионный фонд бездефицитным. Сейчас, по словам Гройсмана, пенсионная дыра превышает 140 миллиардов гривен. Я вважаю, що треба в 17-му році припинити процес, при якому 80% українців отримують мінімальні пенсії. Ми вже знаємо, як це зробити. І найближчим часом будемо презентувати цю реформу. Я би дуже хотів, щоб ця реформа була підтримана українським парламентом. І я готовий нести повну відповідальність за результат цієї реформи.